Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Один из самых ярких моментов праздника – появление Леонида Якубовича на Олимпийском стадионе с мороженым для маленьких чебоксарцев. Затем, как сбывается детская мечта, наблюдала Ольга Пырочкина. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Вряд ли поэт Александр Тимофеевский, который в начале 70-х написал слова знаменитой песни «Крокодила Гена» и, наверное, вложил в них свои самые заветные детские мечты, думал, что когда-нибудь они воплотятся в жизнь. И вот в День защиты детей маленькие чебоксарцы встречали пусть и не голубой, но вертолет с волшебником Леонидом Якубовичем на борту. Вместе с ведущей Первого канала Юлией Барановской они привезли в подарок больше 1000 стаканчиков мороженого. Волшебнику в приятной миссии помогали волонтеры. Однако несколько ящиков Леонид Аркадьевич раздал лично. Мне очень понравился этот вертолет, как песня. Я никогда не видела раньше вертолеты Леонида Аркадьевича. Организаторы постарались сделать все, чтобы порадовать маленьких горожан. Однако и взрослые в этот день чувствовали себя немного детьми. Этот восторг, когда прилетает вертолет, приземляется так очень близко. Никогда не думала, что вот такая мечта все-таки сбудется. Для всех, кто оказался 1 июня на Олимпийском стадионе в Чебоксарах, теперь песня про день рождения приобрела особый смысл. Ну а погода, несмотря на прогнозы синоптиков, не подвела. И неуклюже бежать по лужам прохожим не пришлось. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика.